4 февраля в зале бокса детско-юношеская спортивная школа номер 1 было не протолкнуться. Еще бы, ведь в тот день началось открытое первенство города по боксу, и трудно было найти хотя бы одного мозорского любителя боев на ринге из числа воспитанников спортивной школы, кто бы не мечтал биться за право именоваться лучшим из лучших в своей весовой и возрастной категории. Открытое первенство города Мозыря по боксу проходит перед областными и республиканскими соревнованиями. Собралось очень большое количество участников, 110 человек, и соревнования будут идти 3 дня, будут выявляться лучшие, которые будут достойны ехать на первенство Гомельской области по боксу. Один из юных участников турнира, Константин Михалков, уже выступал на республиканском ринге вполне успешно. Однако и к данному первенству городскому этот боксер относится со всей ответственностью, так как понимает, что даже при определенном преимуществе над соперником он приобретет бесценный опыт, а глядя на представителей других возрастных и весовых категорий, позаимствует что-то для себя из их технического арсенала. Я занимаюсь уже 3-й год, буду боксировать в 42 килограмма. И, мне эти соревнования дают то, что я могу узнать, когда езжу на какие-то соревнования, узнать больше, о соперниках, как они боксируют, могу взять для себя что-то, если чего-то я не знаю. Приятно было следить за работой арбитров, которые выполняли свои обязанности безукоризненно. К тому же в боях самых юных участников турнира рефери следил, чтобы ребята не только соблюдали правила бокса, а еще и неписанный кодекс чести, что, согласитесь, очень важно. Да, мне нравится судить. Я в качестве судьи на этих соревнованиях. Очень рад, что первенство города проходит. Есть шанс отобрать команду. И, конечно же, дети учатся на этих соревнованиях. Учатся, как правильно себя вести в ринге. Учатся, как правильно боксировать. Мнение судей. То есть полная ориентация потом на областных и международных и республиканских турнирах. О большинстве результатов и победителях, а также призерах мы расскажем позже. Сейчас же назовем лишь некоторых лауреатов из числа мозырян. Это чемпионы в самой младшей возрастной группе. Павел Хмелев и Журавский, Александр Мищенко и Байбуртян, а также Иван Шут и Вадим Вениченко, боксер старшей возрастной категории.